Так, ребята, всем здрасте. Еще раз, всем здрасте. Уже темно, но видно нормально. Надеюсь, нормально. Ну, свет, конечно, надо включить уже. Ну ладно. Ничего страшного, если вдруг что. Короче, у нас сегодня у нас модик Suzuki Liana 2003 год. Все, конечно, хуже, и все хуже становится. Я понимаю, если про данную ситуацию, то, конечно, я понимаю однозначно. Костю однозначно всех понимаю, ну, блин. Ой, господи, надо как-то решать этот вопрос по-любому. Думать я даже как-то вообще. Давайте посмотрим, вот не будем забиваться паники, так сказать, да, и все-таки снимаю обзор. Что касается насчет данного модика. Нашел под 1.47, я, конечно, однозначно листаю, смотрю, как бы, что выпустить и так далее. И нашел вот этот красавца маленького, как говорится, звездюка. Не буду ругаться на обзоре, и почему бы не посмотреть. По кабине. Одна кабина, шасси у нас 4х2 от ФРЗ Прок. Очень интересно, кто делает это. Двигатель 88 лошадок, по трансмиссии 6 передач, по интерьеру здесь у нас... ух ты, а тут, я скажу, неплохо, особенно сиденья сделаны. Неплохо, слушайте, блин, вопросов ноль. Что касается по покраске на цвет и вкус, как говорится, много всего цветов, но самые основные, в принципе, выведены, и плюс это. Большой плюс. Что касается по аксессуарам, здесь, в принципе, за нас уже все что-то где-то добавлено. Вот, и, соответственно, ничего добавить мы не можем. Руль меняется? Нет, стандартно здесь... Ага, здесь можно сразу навигатором, либо без навигатора. Окей, и тут добавление каких-нибудь фигатюлек и так далее. Окей, принимаем, смотрим. Слушайте, а мне нравится. Мне нравятся именно сами сиденья. Отвечаю, сделано прям реально от души. Посмотрим, как это будет реализовано, допустим, сравнивать с Логаном. Очень интересно, да? Но интересно. На самом деле очень интересно. Я надеюсь, что он себя покажет с хорошей стороны. Наверное. Вот что. Так. Заводим, слушаем звук. Я извиняюсь, просто зеваю. Так. Неплохо, хороший звук. А тут тоже немножко, видите, коряво сделано. Так, ладно. Дворники не работают. Я понял. Аварийка. Не работает ручник. Ну тут хотя бы он один нормально по-человечески, а не как в Логане два. Серьезно. Даже на... я на шестой могу. Я на шестой тронулся. Очень интересно. А, я, кстати, по передачам что-то не посмотрел. Ну что могу сказать по... А, кстати, я так же могу. Сейчас. По передачам 6. Все, я понял. А то что-то я как-то... То ли, может быть, пролистнул. Может быть, реально пролистнул. Что могу по поводу модов сказать? По поводу мода. В целом неплохо. Покататься можно. И реально выглядит намного лучше, чем мой Логан. Ну, серьезно. Ну нормально, нормально, кстати. Мне нравится. Прикольно, кстати, модик. Прикольно, на самом деле. А, ля, нифига. Прикольно. Слушайте, а я вообще прям реально в шоке от него. От этого модика. Короче, однозначно скачивайте, ребят. Если кому понравится, то скачивайте однозначно. Топик. Просто топик. Просто класс.
как бы за исключением звука и так далее, можно как-то где-то косяки его отодвинуть. Класс, вообще просто точка.